Добрая раніца. У ефірі інформаційна програма «Репортер» у студії Маргарита Шубукова. Сьогодні у Гомелі протягне роботу міжнародний семінар по питаннях керування ситуації у віддалений період після ядерної аварії. В опит Білорусі вивучають представники 13 країн світу. Думками спеціалістів поцікавився Олег Сінцюров. Амаль 30-годовый опыт Беларуси по переодолению Чернобыльской катастрофы сегодня очень запотребованы у свете. Неглядя на все больше сучасные технологии, специалисты не выключают возможности новых радиационных катастроф. А это значит, что необходимо ведать, как на них реагировать и что делать в первую чергу и в наступные годы. У першиню семинар по обучению отдаленных наступств ядерной аварии у Гомеля прошел в минулом году. Тогда у Беларусь приехали специалисты из 12 краин света. Сегодня его решили повторить, что свечить об эффективности такой формы международного сотрудничества. Сярод удельников представники Испании, Великобритании, Чехии, Португалии, Франции, Японии. Питание керования ситуации после радиационной аварии актуальны не только для краин, где есть властная ядерная энергетика. Как выйти из ситуации, когда загрязнены продукты питания, когда организм человека поражен радионуклидами. И как вообще действовать в такой ситуации, если вдруг такое еще произойдет? На протягу 5 дней выучение белорусского опыта ликвидации ядерной катастрофы, обмен думками, наведывание специализованных медицинских установ и потерпелых территорий не выключаются из-за встречи с населением. За 30 годов люди научились жить на поставарийной территории, а где тут так само были свои складанности. Безпека харчовой продукции – это одно из пытаний, которое планируется обмерковать. Люди должны знать правила определенные, но на самом деле на сегодняшний день уровень уже гораздо ниже загрязнения, и практически он приближен к нормальному. Ну и в принципе люди уже имеют довольно хорошее знание в данной области, чтобы защитить себя. Разом с тем, коли мерковать по первых выниках работы семинару, покуль одиной думки на конт отдаленных наступств Чернобыльской катастрофы у специалистов из разных краин нема. У самой Беларуси драматизовать ситуацию не мкнуться, але перспективы оценивать достаточно осторожно. В усиляким разе у наступном годе повинна початься реализация еще одной державной Чернобыльской программы. Основные приоритеты заховываются: социальная оборона населения, оховные мероприятия у сельских и лесных господарках, науковое сопровождение программ и социально-экономичное развитие территорий. Правда, тут есть одно нововведение. Приоритет будет отдаден проектам, которые пропонуют сами территории. Применение защитных мер в сельском хозяйстве, допустим, это приносит свои плоды. Ну а стронция, а тем более плутоний, который в ближней зоне, который затем будет трансформироваться в америций, уже начался этот процесс. В общем-то, процесс очень длинный. И сказать, что это все, уже все прошло, так нельзя. Олег Сентюров, Игорь Мариченко, телерадиокомпания «Гомель». У регіоні протягується робота інформаційно-пропагандистських груп з працівними колективами. З работниками Республіканського унітарного підприємства «Гомельенерго» зустрілися представники місцевих органів влади, депутати і співпрацівники прокуратури. Під час зустрічі з енергетиками розмова об соціально-економічній ситуації у світі і в Білорусі. У цьому році, перш за все, по зовнішніх причинах, експорт у Росію знизився амаль на 2,5 мільярди доларів. Удвоє скоротилися об'єми поставок в Україну. Усе це приводить до росту запасів готової продукції. У зв'язку з цим зараз в уряді розпрацьована програма, реалізація якої повинна поліпшити ситуацію. Коли раніше робота підприємства оцінювалася перш за все по об'ємних показчиках, то зараз упор пропонується робити на прибыток и рентабельность. Значная увага будет уделяться питанням экономии ресурсов. В этом смысле можно означить и унитарное предприятие «Гомельэнерго». Одночасово с гарантованным обеспечением споживцов электро- и теплоэнергией тут ведется масштабная работа по модернизации вытворчести, где максимум переход на мясовые виды палива. Только за первое полугодие его выкрастано амаль на 10% больше, чем плановалось. В Гомельской области недавно ввели, это где-то 2,5 года назад, реческую мини-ТЭЦ на биотопливе, на наших собственных ресурсах, на восполняемых энергетических ресурсах. Ну, планируется вот котла на Молодской ТЭЦ, тоже на местных видах топлива. И идет в данное время реконструкция Гомельской ТЭЦ-1. Там будет современная энергетическое оборудование мощностью 25 мегаватт, китайского оборудования с помощью кредита Всемирного банка.
У Гомельском районе отбылся первый съезд гильдии майстров и рамесников Беларуси. На посяжении затвердили статут и структуру громадского объединения. Инициатива по створению гильдии народилась в Гомельской области. В отгук инициатива нашла в Минской и Гродинской областях. Жадание уступить в организацию выказали больше за 100 человек. По словам створальников, необходимость такого объединения наспела давно. Своими руками майстры и рамесники створают уникальные речи, але продать их шасти за все вельми тяжко. До того ж, не каждый володает необходимыми юридичными ведами. А тому уголовная задача гильдии – оборона права майстру и рамесников, допомога у сбытия работ. Так само у планах створения уластного сайта, открытия выставочных пляцовок и галерей, организация майстер-классов, популяризация и развитие новых и отражение забытых ремесел и мастерств. А мы хотим создать тот союз, который может лоббировать интересы гильдии на правительственном уровне, решать какие-то задачи, которые нам интересны, создавать свои галереи, свои музеи. Протягиваем выпуск. Камерный хор Гомельской областной филармонии рыхтуется до юбилейного концерта. В этом году коллектив означает свое 35-летие. На одной из репетиций хора побывала наша здымочная группа. Церковно-славянская духовная музыка, айчинная и замежная классика, вокально-хоровые миниатюры и лепшие сусветные джазовые композиции. Сегодня у репертуары камерного хору Гомельской областной филармонии уся музычная палитра. И это одна из причин поспеху гомельских выконавцев. Коллектив выступая не только на родиме, але и за ее межами. Россия, Германия, Франция, Польша им аплодировали у шмат яких краинах. Конечно, нет предела совершенства, но камерный хор все-таки держит свою планку, достоинство. Раз он говорится о том, что он профессиональный коллектив, он должен иметь и эту же высоту, этот статус. Мы стараемся все сделать для этого. На початку 80-х камерный хор Гомельской областной филармонии стал первым профессийным коллективом этого жанра у Беларуси. Сегодня 24 артисты выконывают музычные творы, которые написаны у разлику на куды больше значную количество музыкантов. Это, кажуть, великая нагрузка на голос. Але, коли все отрымливается, задовольнение ни с чем не поравнальное. Чтобы не было одноразового, однобока, хочется чего-нибудь такого. Как оно получается, уже другой вопрос. Что нового? А новое, в принципе, каждый день. И в жизни, и в работе. Юбилейный концерт запланован на 6 кастрычника, а покуль что дзённые репетиции по 3 годины, плюс яшчэ некалькі годин на самоподрыхтовку. Урэшце гледача необходимо приемно здивлять, тем больше на уласном юбилее. Мы должны вынести все свое мастерство, профессионализм. Я думаю, что мы должны удивить, как всегда, наших слушателей и, конечно же, возвести их возвышенному к слушанию прекрасной музыки. Олег Сенцюров, Ольга Коновалова, Евген Макеенко, Телерадо, компания «Гомель». Про подрыхтовку до юбилейного концерту камерного хору Гомельской областной филармонии и планы на новый музычный сезон. Будет размова сегодня у программе «Диалог» Телерадо, компании «Гомель». Гостей студии станет мастацкий керавник и головный дирижер камерного хору Алена Соколова. Глядите программу 18:10 на телеканале «Беларусь-2». Онлайн-трансляция доступна на сайте Телерадо, компании «Гомель» www.tvrgomel.by. Свои пытания гости программы вы можете задать, потелефоновавши по номеру прямого эфира у Гомеля 77-68-45. У первые тыдні навучального года у школы Гомеля проходит встреча супрацовников Дзяржаўтаінспекцыі с вучнями. У гульнявой форме дети доведываются об основных правилах дорожного руху. Одно из таких мероприемств прошло у гимназии номер 14. Почалося мероприемство с видеоинформацией об международной акции «Тыдень мобильности». Сёлета она накирована на пошук таких форм перемещения по городу, которые помогут уменьшить объем выхлопных газов и сделать навокольное осяроддзе больше чистым. Затем с вучнями провели викторину по правилах дорожного руху. Зразумела, отказные батьки постоянно напоминают своим детям, как вести себе на проездной шасты альбо нават у своим дворы. Але у статистики дорожно-транспортных здарэнняў все равно регистрируются аварии с уделом детей. Так, за 8 месяцев на Гомельщине отбылося свыше 30
выявления частных выпадков с уделом неполнолетних. Тому подобные встречи, особенно после летних каникул, необходимые, лишь сотрудники Дзяржаўтаінспекцыі. Каждый новый день для юного участника дорожного движения начинается со школы. А многие из учеников добираются на общественном транспорте, либо идут пешком, и почти каждому по пути необходимо перейти проезжую часть. Администрация многих школ в первые недели учебного года позаботились о своих учащихся и вспоминают в игровой форме, в форме викторин, утренников, правила дорожного движения. 14 годов тому белорусский дитячий фонд упершиню вырашил заняться экологичным выхованием. После этой идеи переутворилась в областный экологичный конкурс «Зеленый витамин». Уже у 13 раз мероприемство прошло в Гомеле. Традиционно конкурс проводится подчас доброчинной программы «Юные таленты» и «Экология 21-го стагодия». Его основная задача – сподельничать экологичному выхованию и открывать детям новые махчимости выучения новокольного осяродия. Удел у конкурсе «Зеленый витамин» примают выхованцы специализованных научальных установ, а у гэтым годе – упершиню ребята со шматдетных семьев. Тёрший потенциал презентовали 37 пляцовок. Удельники подрыхтовали больше за 300 экспонатов с природных материалов. Сохранить нашу землю, сохранить нашу природу. Это, конечно, наша главная задача. Экологическое воспитание стоит на должном уровне. Навод самые маленькие удельники и выхованцы дошкольной установы для детей с особливостями психофизичного развития рыхтуют выробы с текавостью и задовольнением. Покольки удел у конкурсе тут принимают, что год дети и дорослые завсёды заняты под рыхтовкой. Просматриваем очень много журналов, где-то каких-то газет, вот, вывесок и, ну, и своей фантазии уже очень много. Журы оценивало экспозиции по оформлению и сюжетности, але главный критерий – непосредный уклад школьников у реализацию экологичной программы. Переможцам конкурса вручили призы. Памятные ж подарунки для остатних удельников и добрый настрой створили соправдное дитячее свято. Катерина Сапельникова, Игорь Марышенко, телерадиокомпания «Гомель». И на этом поколе все. За развитием подей сошите по наших выпусках. А я с вами развитываюся. До побачення.